Ракетно-космическая корпорация «Энергия» в этом году отметила 71 год со дня основания. По этому случаю ее сотрудники устроили настоящий праздник на воде. Мероприятие прошло на Пироговском водохранилище. Принимала участие в водном параде и съемочная группа телеканала ЛРТ. Владимир Пучков с детства на «ты» с водной стихией. Управлять судами начал еще в юности. Вот уже много лет работает в ракетно-космической корпорации «Энергия», а также возглавляет автономную некоммерческую организацию «Яхт-клуб «Вымпел». Сегодняшнее мероприятие посвящено Дню образования ракетно-космической корпорации РКК «Энергия». Вот. Проводится оно в рамках спортивно-оздоровительных мероприятий, социальной направленности для работников РКК «Энергия» и членов их семей. В числе приглашенных оказалась и съемочная группа телеканала ЛРТ. Вместе с остальными участниками мероприятия мы отправились в поход по акватории. Но сначала водный парад на яхте с гордым названием «Арсений». Сама водная прогулка длилась примерно 3 часа. Маршрут прошел по Пироговскому и Клязьминскому водохранилищам. За это время участники мероприятия познакомились с береговыми окрестностями и впечатлились живописными видами. Возвращение на берег участников похода по акватории переполняли эмоции. Даже те, кто уже совершал водные прогулки, остались довольны. Но для тех, кто покатался на яхте в первый раз, это стало настоящим событием. Мне понравилось. Я управляла даже яхтой. Вообще я здесь первый раз на Пироговском водохранилище, первый раз на яхте каталась. Впечатление очень интересные, природа понравилась, обстановка совсем другая. Походы по акватории автономная некоммерческая организация «Яхт-клуб «Вымпел»» устраивает регулярно. Особенно ее сотрудники отмечают 3 праздника в году. День России, День военно-морского флота и День образования ракетно-космической корпорации «Энергия». Мария Лапчева, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. Привет, я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.